Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Все, не голодная. Мясом сегодня сыром ее угощал. А уже вареная есть не будет. Да? Что не доела ты? Ну? Эй. Кого-то думает, вынюхивает. Его придешь кормить, она выкобенивается. Кого там высматривать-то? Ну? Эй. Давай лапку ставь. Лапку. Кого-то бросила. Вилку. Ну.
лапку. Маркиза, ну нехорошо кусаться-то. Давай. Лапку поставь. Ну, молодец. Ее задевать нельзя, только она задевать может. Че, все наелась? А? Ушла. Ну, ушла, ну, все наелась, не наелась. Сейчас все будем тогда есть. Ее задевать нельзя. Она только сама может лапку дать. Ее лапку задевать нельзя. Маркиза, домашние яйца закончились. Еще утром придется те магазинские лопать. Летом по 30 ел в день за раз. Курицы неслись. Я с курицей отдыхать буду всю зиму. Давай, Ольганка. Подходить не хочет. Маркиза, ну я ж тебя жду. Ну, конечно, конечно, укусить надо, чтобы ее не задели. Ну, что за фокусы-то? Хулиганка, ну иди скорее. Она не голодная сегодня, я мясо давал сырого. Дай. Ну, она царапаться пошла. Нет, она ей, ну и поесть, она кусается. Что за фокус это? Давай. Чем-то руки не тем пахнут. Она все ей не нравится. Дай. Маркиза. Ковыленная девка. Ну иди. Хватит ломаться-то. Дай. Ну иди скорее, моя маленькая девочка. Иди скорее. Ты же хорошая. Кабинистая просто. Дай. Ну, вот что-то запах не понравился, и все, она пошла кусаться. Давай, ну и скорее. И у меня еще что-то есть, и скорее. И-ка что-то еще дам. Ну. Ей не нравится, чтобы ее трогали сегодня. Ладно, 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 доедай. Можно ругаться. Давай еще мяско поедим. Можно мяско есть еще? Давай. Лапку-то поставь. Маркиза. Это она будет тянуться, но лишь бы лапку не поставить. Я еще кусочек есть. Ну и лапку. Ну.
Лапку дай. Противная девка. Прямо с пальцами. На, еще булочку возьми. Будешь булочку? Мясо будет. Мясо пошла порезать она. Короче, все на сегодня. Не хочет она ни булочку, ничего не хочет она.